Это было легким делом. Дом пустой, охраны нет. Но этот парень меня с самого начала напрягал. Мало что о нем знаю. Жизнь – простая штука. Но только не тогда, когда дело касается твоих близких. Долго думать не приходится. Вам кофе или чай? Кофе. Без молока. Хочешь кофе? Спасибо. К сожалению, всех не спасти. Все хотят быть хорошими людьми. Ты как, живой? Ой, брат, спасибо! Давай-ка. Может, деньжат еще? Но иногда все видно по глазам. Мои услуги стоят дорого. Выйти на меня трудно. Но цель оправдывает средства. Дядя, дома драгоценности, валюта имеется? Вы кто такие? Наверху. Сходи с ним наверх. Давай быстрее. Давай не будем. Мы спускаемся вниз. Держишь это перед собой, понял? Хорошо. Бросай. Ты тоже. Дядь, а может не надо? Заткнись. Руки за голову и выходим. Ты развернись. Куда едем? В РУВД. Ты тоже. Дядь, может, не будем пороть горячку? Все-таки нет хорошей жизни, этим занимаемся. Езжай молча. Останови. На колени. Дядь, ну не надо, не убивай. Че ты? Начальник, ты что-то совсем жестишь, мне кажется, уже. А ну закрой рот! Забрались в мой дом, да? Как я сказал? Вы че? Всех не спасти. Ты его отпусти хотя бы, пожалуйста. У него ребенок болеет. Это я его заставил на это дело пойти. Но попытаться стоит.